весна, и для меня она тоже пришла. Скажите, у кого есть любимая или любимый, или поднимите хотя бы руку? Я! Один, два, три, вы что, пороулуны тут все? Я! В общем, ребята, я, собственно, чего вышла на сцену? Вы знаете, у меня такая ситуация, есть у меня очень-очень-очень любимый человек, который живет далеко-далеко от меня сейчас, в Крыму. Я не могу с ним увидеться очень долго, я страдаю. И, собственно, что я хочу сказать. Малыш, я тебя безумно-безумно-безумно люблю. Я правда извиняюсь за то, что я бываю очень плохой, вредной или еще что-то. Я исправлюсь, обещаю. Ты только не злись на меня. Ты видишь, у меня даже вот руки очень сильно дрожат, и голос предательски дрожит. В общем, всегда твоя. Обожаю, люблю. Спасибо, ребята.